22 мая. Мы находимся в центре Санторини, столица, город мира. А сегодня я хотела бы рассказать второй урок, что гласит Роберт Киосаки, что богатые не работают за деньги. Что это значит, как перевести на русский язык? На самом деле богатые работают ради дела, ради увлечения, ради страсти. То, к чему у них лежит душа, то приносит максимальное количество денег. Как ни странно это звучало. Например, в компании, в двух компаниях, в которых мы работаем, первая компания, фотография, а вторая компания – это юридические услуги. Оба дела нам приносят удовольствие, и оба дела мы можем делать бесплатно, совершенно. Например, мы можем фотографировать бесплатно, это наше хобби, наше увлечение. То, что мы делаем на экскурсиях, мы фотографируем, это нам нравится. А еще один вид бизнеса, да, то есть в компании «Любовь» мы общаемся с людьми. Это тоже приятно, это тоже приносит определенное удовольствие и новые знания всегда получаешь, когда общаешься с людьми. Вот то, что я хотела сказать сегодня, то есть богатые работы.